Доброе утро всем! Приветствую вас на моем канале. Сегодня вот крещенское утро. Посмотрите, что я обнаружила, когда вышла домой из дома на крыльцо. Это что-то невероятное. Зимняя сказка. Боже мой, это у нас за ночь. За ночь природа так преобразилась. Давайте дальше посмотрим, что... Ой, какая красота! Какая красота! У нас такое редко бывает. Это что-то. Все мои елочки запорошены. Надо их почистить, чтобы не сломались. Ой, а вишня. Вишня какая у меня. Ой, очень красивая. Бася, и ты вышла тоже. Посмотри, какая красота, Бася. Бася, иди погуляй. Да, иди погуляй. Вот. Вот эта вишня, она летом, когда свисают у нее вишенки, это такое зрелище прям очень интересное, красивое. Они так прям на прутиках свисают, эти вишни. Ну, будем ждать до июня. Пойдемте дальше. Виноград весь в снегу. Да, у нас такое бывает очень редко. И поэтому надо это запечатлить на видео. Сейчас подойдем к реке, посмотрим, что у нас там творится. Так, как удобней. Вот. Ой, уток не видно. Правильно, они где-то попрятались. Холодно. Красиво. Весь мой сад как в сказке. Да, Бася? А ты кот-баюн. Или кошка-баюниха. Басенька, скажи, что это такое? Это снег пушистый, да? Снег. Пойдем со мной. Пойдем в сад. Посмотрим. По тропиночке идем. Пойдем посмотрю. Пойду посмотрю теплицу, что там с ней. Ой, вот это кизил такой красивый. Весь запорошенный в снегу. Опустил ветки вниз. Ой, ну теплица, ладно, не сильно запорошенная снегом. А то в том году много тоже одно время было снега, и теплицы многие ломались у людей. Нет, нормально все. Яблони стоят. У нас за огородом парк. Какие деревья стоят величественные. Так, вот яблонька вся пушистая. Пойдемте персиков посмотрим. Персик. Да, я как будто в сказку попала. Ой, как красиво. Это персиковые деревья. Это проход к дому, где виноград растет. Да, прям праздник какой-то нам. Снег пушистый, красивый, мягкий. На улице тепло, где-то 0 градусов. Красота. Зимняя сказка. За калиткой у нас стоит шелковица большая. Она какая красивая. Он уже светает.
Пойду я домой. Сегодня он у меня буду делать плов. У меня получается он такой вкусный, рассыпчатый. В следующем видео вам покажу. Там есть свои секретики. До новых встреч, дорогие друзья!